Всем привет! Такую красивую вкусную выпечку сделать совсем несложно. Запеченную тыкву пробить блендером. К тыкве добавить соль, сахар, опару. Все хорошо размешать до растворения сахара и соли. Просеять муку и замесить тесто. Если вы хотите узнать подробный рецепт такого теста, посмотрите видеоролик «Тыквенный хлеб». Ссылка будет в описании. Готовое тесто выкладываем на мучную поверхность. Раскатываем в пласт, делим этот пласт на 4 части. Выкладываем любую начинку и заворачиваем рогалик. Ароматные мягкие воздушные булочки готовы. Пора всех звать на чай.